Хейо, гайз, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игру под названием Far Cry 3. В прошлой серии... Мухи летают. Так, в прошлой серии мы с вами немного поохотились, уничтожили корабль, там оказался, кто-то подрубил сигнализацию, и это было очень херово. Сегодня у нас с вами миссия. С Денисом нужно будет поговорить, и путь охотника. Но сначала мы с вами создадим предметы путеводителя, что я еще не изучил. Дикие животные, да, я все изучил. А, точняк, стоять. Это все я читал. Краб, тупая акула, кабан. Дикие животные. Вот, бешеный пес. Бешеные псы, большинство собак на острове заражены бешенством. Местные жители договорились между собой убивать их при первом удобном случае. Как бы заставить их также относиться к родственникам моей жены. Так, окей. Следующее. Так, создать предмет. Рюкзак. Все было топиры ради рюкзака. Динго. Это будет проблематичней. Топиры. Медведи мне нужно убить. И как раз у нас на доске объявления есть убийство двух медведей, которые нападают на мирных жителей. Так, 25 из 48. Хорошо, хорошо, хорошо. Навыки. Что у меня по навыкам? В принципе, здесь ничего такого. Здесь тоже ничего такого. Хотя, миссии нужно прокачать, ладно. Перезарядка на бегу, это норма. Так, либо вода, либо первая помощь. Давайте талант вкачивать пока что. Пока что. Так. Нужно больше миссий завершить. Вот это раз. Здесь навряд ли я смогу уже что-то сделать. И плавь. Все. Распределили. Две акулы и паук мне добавился. Так, таймер подруплен, все хорошо. И хотите, давайте вам покажу эти татуировки, которые новые у нас теперь на руке. Вот, акула у нас вот появилась. И паук, я не знаю, что именно изменилось. В основном такого ничего. Поэтому погнали. Первый у нас охота. С охотой у нас так. Патроны, ладно. Снайперка, я думаю, 15 хватит. Давайте. Про медведи недавно, да-да-да, они напали на жителей. Пистолет у меня здесь, револьерик. Ой, долго ехать. Давайте, ладно, машину возьму. Стрюс. Новый транспорт. Стрюс — это компактная машина, собранная жителями трущоб из разного металлолома. Действие выполнено юплей. Как и многие машины на острове, эти машины попали сюда в пару экономическому рассвету. Самое замечательное в них то, что сломанную машину люди просто разбирают и строят из нее дом. Вот он, друг жизни. Не знаю, зачем мне открылся юплей. Так, доедем, короче, побыстрее. Все, мы больше не едем. Я травмировал себя. Сделаем тогда сейчас две вещи. Первое — это убийство медведей, второе — это захват аванпоста там, где дымит. Ой, медведи аж тут. В этом доме. Прямо вот здесь. Ой-ой-ой. А, все. Это дробовик. Да, возьму. Так, поехали. Мне бы травы пособирать, ладно. А, удержи, давай, собирай. О. Лантана случая. Раньше на острове было запрещено собирать лантану, потому что она ядовита для овец, лошадей и
прочего скота. Но теперь пираты кормят ее животных ради развлечения. Было предложено вызвать представителей общества охраны животных, но их было всех, но их бы всех перебили. Пришлось бы вызывать представителей общения охраны, общей охраны животных. В смысле, предоставление общества охраны животных. А это уже само по себе головная боль. Так, рецепты новые есть? Нету. Или есть? Я не понимаю рецепты, допустим, когда я смогу новые открывать. Создание предметов и вот укольчики. У меня только охотник и... Ой-ой-ой, янтарный лист. Мне нужен еще один лист желтый. Тихо. Хорошо. Хорошо, что я могу его создать. Ага, окей. Это очень хорошо. Возьму на всякий случай еще один. Так, янтарный листик. Зеленый лист. Создам аптечку. Так, готово. Так, создание предметов. Снадобья для охоты. Еще. Так. Приписать ячейку. В смысле, боевой симулятор, так, медицинский. В смысле. А, только три, да, нужно. Мне же свинья там нужна была. Окей. Для охоты вот они нужны будут, поэтому на всякий случай собираю. Так, в пещере, да? Значит, мы идем с вами в пещеру. Тихо. Так, первое дело, что я сейчас делаю. Так, нет, создание предметов. Охота. Применить. Создание предметов. Снадобье охоты. Изготовить. Да. Гималайский медведь. Гадость. Так, путеводитель. Та-та-та-та-та. Гималайский медведь. Гималайские медведи просто отличные. Отличились от других. У них белая манишка и агрессивный нрав. Зато это он. И был выбран официальным талисманом китайского Нового года костро. Так, нужно все-таки заряды продлевать. Готово. Видите, как снадобье помогло? Готово. Все, здесь больше ничего нету. Кажись, нету. Тогда выбираемся отсюда. Ну, можно изготовить предмет. Какой? Так, не то. Escape. Шкура медведя. Колчан я могу сделать. Лучше. Лучше колчан. Либо мешок для мин. Нет, конечно, колчан. Но. Но. Бумажники мне еще нужны. Козура, птица нужна. Рюкзак. Динго. Динго, я не знаю где. Медсумка, мне нужна свинья. Поэтому мы сейчас отправляемся с вами за свиньей. А, свинья у нас находится... далеко. А, в принципе, я могу сюда прийти. А, да, окей. Как раз у нас там еще две ячейки за убийство. Можно сходить к свиньям и взять задание. Может, как раз будет по пути. Так, тихо. Сначала продам ненужный хлам. А, это все очень быстро делается. Раз, два, три, четыре, пять. Все готово. Место есть еще.
но. Панцирь черепахи. Он, короче, не юзается. Зачем мне нужен тогда? Так, все, поехали. Берем задание и погнали. И использовать. Пираты и его люди охотятся на местных жителей у храма. Убейте их ножом, как... Так, подожди, это ножом. Храм у нас находится вообще здесь. Так, пираты нападают на рыбаков у побережья. Убейте их предводители ножом. А как-то вот требуется традиция ракьята. Блин. А что я отметил? Ладно, идемте, мне все равно туда идти нужно. Мне свинюшки нужны. Раз. Где-то здесь они водятся, как было на карте написано. Так, реликвии. Так, свинья как раз. Не одна нужна. Спасибо вам. Я ваш тогда тоже заберу мяско. На всякий случай, пускай будет. А, так, создать предметы. Так, медицинская сумка. Изготовить, да. Как раз вы и понадобились. Собачья сумка. Как раз и леопарды приготовились мне. И очень хорошая сумка. Рюкзак, мне нужно динго. Бумажник, это птицы. Так, ладно, давайте тогда колчан сделаю себе. Все, большой колчан, мне нужно акула-людоед. А для этого медицинский, что кто мне нужен? Черная пантера. Вау. Рюкзак, короче. Остальное я не знаю. Ладно. Первое. Оп, оп. Где? Это ж бутылка. А. Привет. Так, реликвия. Путеводитель, реликвик. Реликвик. Новая реликвия, вот она. А, то же самое. Ладно, это значит можно не читать. Так, а зачем я здесь вообще? А, вот точно. Телепорт, да, окей. Выполняем тогда сейчас быстро у побережья, потом резко сюда прибегаем и выполняем задание насчет ихней проблемы. Так, побережье, это ты? Пират нападает на рыбаков у побережья, да, ты? Машина это у меня была. Плевать, беру. Так, стоять, рюкзак. Ну, пока что норма. Место больше половины. Все, приехали. Так, встречает меня ли тут кто-то в воде? Так, меня там два друга встречают. Можно вынести их так, либо можно обойти в спину. Я это сделаю в спину. Как свинья тут потею! Тихо, 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 тихо. Это не они. А где тот? Тебя
получай! Граната, серьезно? Готово, изи. Изи даже не вспотел. Так, раз. Два. Три. Так, ты давай дальше. Тебя. А, я тебя уже обследовал. Так, первое, то, что у них спрятано, возьму. Пойду за реликвии. Реликвия, походу, в воде, да? А, нет. Реликвия здесь. Так, дальше. Быстрое перемещение. Раз, два, окей. Берем следующее задание. И фастом тоже все сделаем так же. Но следующее у нас это ждет в этих. Ой, в храме. До храма еще нужно нам доползти. Так, выход. Все, погнали, погнали, погнали. Это тоже как бы миссии засчитываются, и мы сможем что-то открыть в дальнейшем. Да, принять. А что мне стоять по деньгам? Можно как-то чекнуть по-быстрому? 1000. Значит, как раз мы это сейчас и выполним, и я смогу себе этот купить, еще одну часть карты. И эта часть карты будет, по сути, заключающей. Так, раз. Ладно, тихо. Два. Блин, этой фигня из где, да? Так, мне обязательно нужно будет транспорт, поэтому поехали. Только не говорите, что это и есть тот остров. Серьезно? Уп. Тихо. Надеюсь, они потеряли мой след. Тихо, я хочу, чтобы... Так, тихо. Ты там внимательно смотри. Надо бы посмотреть. Наверное. Что за херь? Глядите в оба! Тихо. Пипец, они тупые. Поймаем его. Куда это падло делать? Тихо, ладно, убью этого. Ой, все готово. Все, давай, все, отвлекался, молодец. Поехали.
Раз. Два. Так, здесь он... А, реликвия у нас внизу, да? У нас все внизу. Кажись, все внизу. Так. Залазь. Оп. Здесь я не понимаю, что вот это за фигня. Или это проход вниз был так обозначен? Кажись, проход вниз. О, путеводитель. Вот это уже новенькое у нас что-то есть. Реликвия паука. Паук мастер скрытности и умение собирать реликвии. Так, и собиратель. Реликвии, связанные с пауком, хорошо замаскированы. Такое себе. Реликвии, посрать. Миссии, вот почему здесь перескакивают. Рецепты получены. Оружие, навыки, сбор припасов. У нас навык, по-моему, есть с вами еще один. Да. Я ни хера не могу прокачать. Можно вот это прокачать, чтобы они дольше работают, стимуляторы всякие. Помогут для охоты, но с одной стороны смысл. Давайте, короче, идем. Все. Все, я напутешествовался, мы идем с вами в основную миссию. Так, быстрое перемещение, окей. Продаю все, что есть у меня, покупаю карту и идем. Идем с вами в путь. Да. Так, поехали. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так. Ой, точняк, нужно посоздавать предметы. Снадобья, лекарства мне нужны. Ну ладно, изготовлю одну штуку. 9 штук я могу делать. Если это так, тогда... А, животные уже будут находить. Ну, короче, по запаху это не очень, поэтому... Хотя можно... Да нет, изготовить такой. Боевой стимулятор. Боевые мне вообще не нужны. Так, все. Так, теперь поехали покупать. Так, это продавать. А мне нужно покупать. Дробовики, пистолеты, карты. Ладно, куплю эту. Окей. 500 у меня еще есть. Что у меня за оружие? Дробовик. Дробовик я улучшить могу. Дробовик. Может, на него глушитель есть? Конечно, есть. Купить. Окей. Так, назад. Ладно, давайте дробовик экипирую, да и все. Экипировать. Да, все, поехали. Конечно, куда я иду, если у меня уже времечко. Тогда давайте я быстро выполню еще какую-то не связанную с квестом миссию. Так, реликвия здесь есть у нас. Реликвия здесь. Идем охоту за головами. Да, окей, поехали. Если у нас все так получается, тогда я быстро сейчас выполняю это. Быстро бегу за реликвиями. В следующей серии мы идем по сюжетке уже. Две сюжетные главы выполним. Да. Все, будем так запланировано. Так. Все есть, патроны есть, патроны есть. Угу, понятно, все, пираты в путь. Добраться до места, убить как мне нужно. Вот это я не прочел, бамбуковое место, найс. Красивое место. Бамбучата. Так, все, поехали. А как мне убить надо? Найдите командира и убейте его ножом или примерите бесшумное убийство. Бесшумное убийство. Это... А, это не будет считаться, да, бесшумным?
тут потею. Ладно. Тихо, 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 тихо. Как-то изи. Тихо, 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 тихо. Ребят, какие-то вы серьезно, даже невнимательные. Так, раз листва, два листва, три листва. Цветок лотос. Цветок лотос. Священный лотос обозначает священное место. Жрецы украшают этими цветами храмы, могилы и места паломничества. Спящий лотос, который коснулись руки праведника, убирать запрещено, поэтому лотосы остаются на месте и символизируют, что жизнь — это процесс, в котором все со временем покрывается слоем увядающих цветов лотоса. А потом приходит смерть. С рождением детки. С рождением детки. Так, выплываем. Так, всех облутываю по-быстрому. Изи. Готово. И все, да? Так, больше здесь у меня ничего такого нету. Можно сходить за реликвиями двумя. Ой-о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 й. Стопы, это совсем близко. Мне нужны эти твари. Я хочу апнуть рюкзак. Я это серьезно хочу сделать. А для этого мне нужны эти животные. Которых, к сожалению, походу нету, да? Или есть? Или нету? Слышь, чел, не находил здесь? Ты не ты. Не ты мне нужен, сорян. Но я возьму твою на все-таки кожу. Диего. Мне нужен Диего. А что если сфоткал? Опа. Так, можно мне животных этих? Я хочу закончить серию. Чтоб в следующей серии мы уже пошли охотиться нормально. Займёмся делом. Займись делом. А мне для дела нужно то, что я хочу. Псиные контрольные точки. Где мне их раздобыть? Где? Вот они показаны, что здесь. Где? Где? Вам придется юзать препарат. Рюкзак не то. Создание предметов, слабая охота, применить. Подождите, это место этих? Мне не они нужны были, алло, вы что, гоните? Мне вообще здесь другие показаны. Это
точно те животные, которые мне нужны? Черт. Это оленья. Это все оленья. А ты Диего. Ну ладно. Минус зелье. Мне нужны желтые листики. Да, получи еще урон непонятно чего. Почему бы и нет. Так, далее, короче, у нас закрытая область. Да, закрытая область. Ну, а давайте тогда тпхнемся к нашему городу. А, точно, я же за реликвиями хотел побежать. Но я увидел этих собачек. Я хотел этих собачек. Так, тпхаемся и заканчиваем. Давайте даже сейчас. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. До новых приключений в Far Cry 3. Всем пока.